Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем играть в новую фифу. Да, ребята, мы сегодня будем играть в Майнкрафт и в футбол в Майнкрафте, что, в принципе, очень-очень даже круто. И что самое главное, мы будем играть против ботов. Вы тут также можете играть как против обычных ботов, так и против ваших друзей. То есть на этой карте есть даже мультиплеер. Ребята, мне кажется, это действительно будет очень крутая карта. Сейчас мы посмотрим, что же от нее ожидать. Но перед этим я бы, как обычно, хотел вас попросить поставить лайк. Если мы наберем 700 лайков, то завтра же выходит следующая серия. Или даже с этой картой, или с прохождением какой-то другой. Не забываем то, что у нас сейчас есть такая небольшая игра. То есть, если мы набираем 700 лайков в один день, то серия выходит на следующий день после того, как мы это сделали. Не в тот же день, а на следующий. Если серия не выйдет по каким-то там причинам, да, то есть или мне лень, или я забыл, то вы будете в полнейшем праве написать мне ВКонтакте, мол, Эдисон, лайки набрали вчера, сегодня серия не вышла, гони мне подарок ВКонтакте, расписывайся на стене, добавляй друзья, делай мне даже, может, какую-то сигнал. Это у нас такая мини-игра, чтобы для меня была мотивация и для вас была мотивация ставить лайки и ждать новой серии. Также не забываем оставлять свои комментарии. Если ты не веришь, что я общаюсь со своими подписчиками, то попробуй оставить свой комментарий под этим видео и увидишь то, что я на него отвечу. И последнее, ребята, перед тем, как мы приступим к самой игре, это не забываем подписываться на мой канал. Я прям тебя, чувак, прошу подписаться. Я буду очень сильно рад, если ты вступишь в нашу большую дружную семью. А мы, ребята, начинаем. Ну вот, я даже одел наушники, и сейчас мы пойдем. Карта от создателя Маккистейн, да, как я понимаю, тут его данные, и вот тут его данные, если мы сюда станем, как я понимаю. Правая сторона — это играть по мультиплееру, да, то есть вы сюда... О, нифига себе, так можно стороны менять. То есть вы сюда заходите, вы тут можете играть по мультиплееру с другом. А если вы идете налево, то тут вы можете играть против бота, который, в принципе, уже существует в этой игре. Давайте поиграем. Давайте за Америку. Нет, за Америку я не хочу. Давайте за Давайте за Германию против Канады. Мне кажется, будет очень даже круто. Это футбол, ребята, башками, то есть какая-то переделочная работа FIFA, но только в Майнкрафте. Давайте приступим. Опа, как это все круто выглядит. Мы прям за какую-то Лукашенко нафиг играем. А почему я же выбрал другую команду, почему мне вот эту дали? Ребята, вы тут... Это один на один, то есть футбол на башке, да, мы прыгаем за какого-то... Типа Лукашенко играем. Я играю с левой стороны, да, вот этого за усастого чувака, а он за какого-то... маленького. Ах ты паскуда, он уже нам один гол забил. Вот ты заразена. Это, ребят, вы не думайте, что... Гол, гол, не гол, гол, не гол. Нет, он сейчас нам гол забил. Нет, не забил. Это су... Это су... Тут, если вы не знаете, есть даже суперудары. Вот видите там... Ух ты, прям чуть-чуть себе не забил. Да ты охренел просто. Вы не думайте, что это очень... Я себе забил тут. Когда мяч сзади тебя, ты уже, в принципе, ничего не можешь сделать. Это уже очень сложно что-то сделать. Да твою мать, я не могу ни хрена сделать, честное слово. Вы не думайте, что это очень просто. Это ни хрена не просто, ребята. Вы себе не представляете, как это тяжело. Но я один гол все-таки забил. Лукашенко... Справил же. Я не знаю, почему Лукашенко, он, в принципе, мне почему-то его напоминает. Ух, еще один гол забил. 2-4. Мы вряд ли что-то сможем тут сделать. Как я знаю, тут игра идет до 10. Тут игра... Это, да твою мать! Ай, ты, выбей, выбей, выбей. Тут игра идет до 10 ударов, то есть до 10 голов. Как это все работает? На буковку А вы идете влево, на буковку Д вы идете вправо, на... О, на Space вы прыгаете. О, еще один гол забил. Фу. На Space вы прыгаете, а на Shift вы вроде быстренько передвигаетесь. Но только это не всегда работает. И на Q вы активируете свой суперудар, когда он... Нет, 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 как... В принципе, он даже на линии ворот стоял, поэтому... А на Q вы активируете свой удар. Охренеть. Ребята, это так сложно играть, вы себе не представляете. Это как... Это так сложно играть в эту игру. Вы... Гол! Забил! Да, нифига себе, это прям супер! Со старта такой гол был. Вы не думайте, ребята, что это очень просто играть. Это нереально сложно. То есть тут такие... Тут такие управления немного такое, ну, сложноватые, в принципе. Это же Майнкрафт, да?
Поэтому это моя первая игра, я только пробную серию закатывал, ну не серию, а матч, да, перед тем, как начать записывать. Ну вот, еще один гол. Нифига себе, выбил, у меня залипание клавиш было на шифте, я еще, да твою мать, а-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 
добавит, тут же нужно быстро, быстро бегать. Давай, 6-6, я тебя прошу. Давай. 6-6. Как для первой игры, мы вроде... Ай. Мы вроде на начале так продували, сейчас уже вроде немного... Ай, вернулись. Камбэк нафиг. Камбэк. Ай, да. Тут главное держать... А, твою мать. Тут игра идет до 10 голов, то есть ему еще 3 осталось. Да я выбью, паскуда. Ему еще 3 осталось, мне 4. Да как я там не забил? Вот ты конченое залипание клавиш. Да не, ребята, мы тут уже... Вот это галиссимо просто было. Я отбил. И еще прямо ему ворота закатил. Офигеть, я там уже думал, мы прокакали. Еще один гол забил! Если мы выиграем эту игру, я, ребята, вас всех расцелую. Потому что, я не знаю, мы так проигрывали, а тут еще... Так, вернулись. Так, давай. Я себе ворота, что ли, забил? А там можно... Да там прям гол был! Чувак! Ну это нечестно, ребята. Там прям гол был. И как я себе ворота забил, мне интересно, если я использовал супер удар. Я в его ворота как бы бил, да, но почему-то забил себе. И только что прямо в его ворота залетел мяч, и мы продули, ребята, за этого. Вот за этой ошибки мы продули. Близко матч был. Ребята, я не выйду с этой игры, пока я не выиграю хотя бы один матч. Давайте, я не знаю, тут рандомные вот эти страны. Я не хочу опять за Лукашенко. Корея против Кореи. Ты прям... Ребята, все, давайте, финальный матч, что ли? Это второй матч по счету, это реванш, ребята. Если мы выиграем, то мы затащили, да? То не важно, что он первый раз выиграл. Это бот, вы не думайте, ребята. Я ссылочку на эту карту оставлю для вас в описании. Можете заходить играть. О, 1-0. Можете заходить играть со своим другом или просто-напросто попробуйте поиграть против этого читерного. Вот. Когда мяч сзади тебя, вы не можете никак выбить. Вы не думаете, что я забиваю себе голы? Ребята, вы не думаете, что это так просто? И вот... Но. Я оставлю ссылочку под описанием. Заходите и скачивайте эту игру. Играйте со своим другом или... Да твою мать, да я не могу ни хрена сделать! Играйте со своим другом. Да что это за хрень была? Не, я не могу, ребят, ни хрена сделать. Там, когда мяч сзади твоей спины, ты уже ни хрена не можешь сделать. Это просто нереально там выбить. Это там нереально выбить, но попробуем хотя бы один гол забить. Вот, 2 гола мы забили. Поиграйте, ребята, против бота. Я хочу посмотреть, как вы понервничаете, когда вы будете играть. Ну все, то есть он черкнулся мячом, мяч за мою спину перелетел, вы не можете не развернуться. Главное, мать твою, как... Опять залипание, конченая клавиша. Но он себе сам гол забил, мудачина. Когда я, главное, вот тот суператаку бил... О, опять себе гол дебил забил. Ну, прикинь, как я дебил, да? Когда я бил вот ту суператаку за Лукашенко, то я как-то себе мог развернуться и как-то назад ударить, да? То есть... Как вот это прям мне... Я как-то мог развернуться и себе ворота ударить, да? Но когда вот сейчас, когда он мне вот так ворота бьет, я не могу даже развернуться, чтобы мяч забрать с моей спины. За моей спиной, да? А сейчас, когда супер удар, то, пожалуйста, Эдисон, забивай себе голы. О! 6-7. Я как-то уже начинаю подхватывать ритм этой игры. Вы не думайте, что это... Ну, да. Иногда... Эй! Да, 6-8. Мне кажется, ребят, мы опять продули эту игру 100%. Но, как я вам уже сказал,
хоть это бы... О, 7-8. Хоть это будет 10-часовая серия, но я не выйду с, эти, с этой... Я не закончу эту серию до того, как я... Да как он... Ребят, ну вот это баги. Тут я не знаю, то ли баги, то ли не баги, но... Не знаю. Хоть это будет 10-часовая серия, но я не выйду с этой... Не закончу... Вот, я опять себе забил. Твою мать, это Чукча, ага, GG, то есть, ага, хорошая игра, паскуда. Ты уже натренировал своего бота там? А я зашел в первую игру, не могу выиграть ни одну. Фух, да. То есть, опять против... Я не хочу опять против Кореи играть. И что самое главное, бот, паскуда, когда мяч в высоте, ты не можешь у него мяч забрать. Потому что он прыгает, такое ощущение, выше, чем ты. Вот смотрите. То есть, я не знаю, как, вот смотри, он так же прыгает, как и обычный игрок. Тварь, твою нафиг, он такой натренированный, это прям читак какой-то. Ага, ну и что сейчас ты сделаешь? Гол мне опять забьешь? Да, то есть, я себе могу ворота ударить назад, или он как-то странно отбивает. А когда я ему забиваю... А, ну с линии ворот мне ударить, это прям много фантазии нужно. Твою мать. Я не выйду с этой конченной игры до тех пор, пока я не выиграю. Это охренеть просто, ребята, вот если вы такие умники, зайдите, пожалуйста. Вот, он мне на начале гол забивает, я не успеваю даже ни хрена сделать. Мне кажется, тут вообще нереально выиграть. Тут вообще нереально выиграть. Вот тут бот читер, мать твою. Он перепрыгивает, вот, вот смотрите. Вот, гол, давай. Если там гола не будет, я... Если бы там гола не было, я бы не знаю, что я сделал. Мы постараемся, ребята. Я говорю, мы постараемся. Вот, еще один гол. Если кто-то тут есть такой умник, который скажет, тут Адисон нуб, то есть не может ни один гол забить, зайдите, пожалуйста, и сами попробуйте. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Вот, смотрите, он сейчас мне хренакнет, вот. Когда он бьет этой суператакой, я не могу ни хрена сделать. Он ее 100% забивает, реализирует. А когда я бил... Вот, черт, твою мать, иди сюда. Иди сюда. А когда я бью вот это... Этой суператакой. Когда я бью этой суператакой, то он отбивает мяч практически каждый раз. Лукашенко нет. Лукашенко классно даже бьет. То есть у него суператака. У каждой страны есть своя суператака. То есть кто-то бьет под землей мяч, да? Кто-то бьет какой-то... А, ну, с линии ворот мне! О, нифига себе! Я еще и отбил! А как мне тогда? Вот, да, это круто было. Я не знаю, как я отбил вообще. То есть, иногда он бьет середины поля, мне забивает. Сейчас с линии ворот, вот. Твою мать! Ладно, смотри, давайте другую тактику. Пускай он это паскуда идет и бьет. Вот. А я буду просто стоять... Ну как там не было гола? Еще и он мне забил. Я прям уже ненавижу эту карту. Зачем я ее нашел? Зачем я в нее играю? Я уже ненавижу эту карту. Мяч над воротами пролетел, но забил гол. То есть тут много багов есть еще, конечно, ребята. Тут много багов есть. Вот смотрите, сейчас он мне гол затолкает. Как? Синий ворот не забил, в центре поля забил. Хоть я так же стоял на воротах, как и раньше. Если ты сейчас не забьешь, я тебя убью. 6-7. Еще 35 часов где-то, и я уже смогу выиграть. Я уже смогу выиграть, потому что я сказал, я не выйду с этой конченной карты, пока я не забью, пока я не выиграю. А ты паскуда, то есть он может... Ага, круто, да, круто. Как он там забил? Ну как он там забил? Ребята, это такая бесячая карта. Мне, если честно, эта карта уже больше бесит, чем когда я продуваю там в КС-ку. Или еще где-то. Это охренеть просто. Забей! Или умри! Не хочет Лукашенко умирать, значит забил. Сейчас. Два гола. Два гола и он два гола. Не будь паскудой, не будь дрянью. Пожалуйста. Читерный ты, мать твою, бот. И у него сейчас будет суператака, и он меня забьет, потому что супер... Не могу выиграть одну конченую игру.
Умри! Нет, он не хочет умирать. Честно, ребят, я не знаю, мне кажется, против игрока, против обычного игрока было бы проще играть, чем против этой паскуды. Я сейчас просто нахрен закончу эту... Ну как он мне за... На, паскуда, 1-3. У меня уже нервы на исходе. На! 2-3, если нет, я удаляю эту карту. Все. 2-3. Я не знаю, что... Какая тут тактика? Вот смотри, он сейчас использует вот эту крутую атаку свою. Может мне просто стоять на воротах и ни хрена не делать? И прыгать? А может, а ну сейчас, если ты читак хренов, значит я буду нечестным путем, хотя почему нечестным, я просто стою на воротах и нифига не делаю, ну в смысле я защищаю, да? Если ты не... О, это плохо, да. Ладно, с одной стороны это круто, но с другой стороны нужно... Ну смотрите, когда он вот так бьет, я не могу не выбить, я не могу ни черта сделать. Я просто должен стоять на воротах, потому что по-другому я не выиграю. Я хотел бы увидеть, как бы вы бесились, когда бы играли в эту карту, потому что что-что, но мне кажется, не каждый сможет выиграть. Забил! Он! Четыре шесть. Ребята, я в жизни никогда не выиграю эту карту. Это жопа просто. Я не знаю, как тут играть, но это, я бью свои ворота, но забиваю себе. Ну, смотрите, а когда он мне бьет, он всегда мне забивает. А я ударил, и он забил мне как-то, хрен его знает как. Супер атакой ударил его в ворота, он забил мне. Как? Как? Опять мне забил. Будь ты конченый урод, я не знаю, честное слово, тебя бы в Барселону нахрен, этот бот бы лучше, чем Месси какой-то играл, то есть, я не знаю, честное слово, ребята. Как мне выиграть? Мне нужно забить 10 голов, чтобы выиграть. Я 5 еле забиваю, то каким-то случайным образом. И то случайным образом. Вот смотрите, сейчас он меня забивает. Ну, потому что я ни хрена не могу сделать. Последняя игра, ребята. Я извиняюсь, но я хоть сказал, что хоть 100-часовая серия будет идти, но я не могу это играть. Я не знаю, мне кажется, я следующую, если мы наберем 700 лайков, то следующую серию я запишу там, может, со Злагором или с Феромиром, да, или с кем-то там. Мне кажется, будет даже лучше, чем играть против бота, потому что бот нереально читерный. Ну это жопа прям какая-то. Я бью суператакой в его сторону, он как-то жопой своей отбивает и забивает мне гол. Вот, смотрите, вот как сейчас. Ага, еще и залипание клавиш конченое. Ты, чувак, не мог на лучшую клавишу поставить вот это, свою суператаку? Да иди ты в жопу нахрен с этим залипанием, твою мать! Пожалуйста, дайте хотя бы, я не знаю, честно, как мне выиграть в этой паскуде. Я честно, мне кажется, ребят, я следующую игру запишу со Злагором или с Феромиром. Я не могу вот эту хрень выиграть. Когда мяч находится за твоей спиной, ты уже не можешь ни хрена сделать. Ты не можешь развернуться. Если ты идешь назад, ты просто своей жопой добьешь его в свои ворота. Вот как сейчас я случайно ударил. Сейчас он бьет свою суператаку и забивает мне гол. Ну, может, да, то есть... Сейчас я ему забью, если нет, то я не знаю что. Ладно, то есть могло бы опять какое-то чудо случиться, что он своей жопой там отбил и еще и забил мне гол. Пожалуйста, дай мне выиграть. 3-2, не будь, не знаю, чертом каким-то, дай мне выиграть. Ага, сейчас линия ворот, да, чувак, ты прям крутой. С линии ворот забить гол, это прям мужество нужно иметь, я не знаю какое. Так, забей! Забил, 4-3.
Но тут как будто, знаете, обмен суператаками идет. Тут забить обычный гол, в принципе, очень даже тяжело. Он читер. Он читер! Он читер! У него мяч заходит 30 раз в ворота, как сейчас. А когда у меня мяч, когда он мне бьет за 30 метров над головой, то есть, то он как-то забивает. Вот, 5-3. Я как-то сумел отбить его конченую суператаку. Так, давай. 6-3. Аллилуйя. Пожалуйста. Я уже не знаю, я уже тут такой нервный сижу, что это с ума можно сойти. Вы себе не представляете, сколько я уже матчей сыграл, чтобы хотя бы дойти до такого результата 6-3. Вот сейчас он бьет свою супер конченую шнягу. Да, шнягу отбил, но то не отбил. 6-4, ребята. Все же мы остаемся в плюсе. То есть на 2 гола мы лидируем. Зачем я это сказал? Он сейчас нас догонит. 7-4 без использования суператаки. Па! Между ног. 8-4. Еще два гола. А, ну сейчас-то... Ударил! Отбил! Давай! Я не знаю, вековая победа будет, если я вот это смогу выиграть. Ну чё, лошара? Ну сейчас-то мы тебя вздрючим. Чурка ты. Ну что, сейчас гол, все или не гол? Или опять о себе забил? Лукашенко! Лукашенко победил! GG, вот теперь GG. Ребята, вы уже себе не представляете, как я тут на вот это все. Вы себе просто не представляете. Умники, которые сейчас пишут: Эдисон нуб, Эдисон бомбит, Эдисон, ты не знаешь играть. Мать вашу, скачайте эту карту, если вы ее пройдете с первого же раза. Если вы выиграете, если вы забьете 10 конченых мячей голов быстрее, чем этот конченый читерный бот, я не знаю, ребята, я вам куплю GTA 5 за 2000 рублей или сколько там, если вы с первого раза пройдете. Но это нереально с первого раза пройти. Тут, я не знаю, то ли везение, то ли я не знаю, честно, ребята. Но мне кажется, на этом уже можно заканчивать эту серию. Я еще раз скажу, если мы сегодня наберем 700 лайков, завтра выходит следующая серия 100% без каких-либо отмазок. Если мы сегодня наберем 700 лайков, а серия завтра не выйдет, вы будете в полном праве написать мне ВКонтакте: Эдисон, гони приз, добавляй меня в друзья, расписывайся на стене. Не приз, а подарок, да, ВКонтакте. Потому что мы лайки набрали, серии нету. На следующий день, в течение следующего дня, не в полночь 0000, а в течение следующего дня. Поэтому, ребята, также не забываем оставлять свои комментарии. Если ты не веришь, что я общаюсь с своими подписчиками, то можешь оставить свой вопрос в сообщении под этим видео и увидишь то, что я на него отвечу. Также не забываем подписываться на мой канал. Ребят, я извиняюсь за эту бомбежную серию, но это прям охренеть, как я... Это прям охренеть, честно, это... Эта карта прям... Блин. Прям хардкорно. Я уже просто запинаюсь. У меня уже слюни сейчас текти от злости будут. Пена с рта будет идти. Поэтому, ребята, я тебя, чувак, прошу подписываться на мой канал. Я буду очень сильно рад, если прямо вот ты вступишь в нашу большую дружную семью. Че нахрен, у кого там пукан бомбит? Походу у меня, да, там пару уже выходит. Поэтому, ребята, быстренько заканчиваем, пока у меня там лава с задницы не потекла. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.